dəvətinizə görə. Aha. Həkimlərimizi salamlayıram. Çox xoş gəlmisiniz vətənimizə. Dobro pozdravlyuyu. Sevindirici haldır ki, vətənimizdə sizin kimi dəyərli həkimlərimiz var. Da. Hər bir peşəmiz inkişaf etdiyi kimi tibb sahəsi də günbəgün inkişaf edir durmadan. Medisina üçün elə münasibət olur ki, mən bir şey vurğulayım ki, İnora xanım, o az öncə baxdıq biz video çarxda, uşaqlarda olur məsələn, bəzi valideynlər onu aydınlaşdıra bilmirlər. Может ли пациентам вернуться к прежнему состоянию после полного выздоровления? Болезнь может вернуться? Смотрите, теоретически может быть все, потому что все вот эти симптомы, они вызываются повреждениями центральной нервной системы. И если, скажем, ребенок выздоровел от одного, а потом ему, не дай бог, там упал на голову кирпич, то у него снова будет повреждение центральной нервной системы, да? Оно будет не такое же самое, но оно снова будет, да? Поэтому мы пожелаем всем детям, чтобы они выздоровели, чтобы не было новых травм. Вот это вот единственное, что я могу сказать на эту тему. Uşaqlar bütün şəkildə sağalandan sonra, yəni hər hansı bir hadisə baş verəcəksə, o hadisədən dolayı, deyək ki, uşaq hər hansı bir travma alacaqsa, o travmadan dolayı uşaqda yenidən o hallar baş verə bilər. Çünki bu haqqında danışdığımız xəstəliklər mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə bağlıdır. Əgər mərkəzi sinir sistemi sağalırsa, yenidən bir hadisə, bir travma, bir stres yaşanırsa, o yenidən zədələnə bilər. Нурана Ханум, можно мы немножко вернемся вот к теме, что ребенок не говорил до 4 лет, а потом вдруг заговорил? Ага, без баяхлары данышы, бірте 4 яшында ушах бар иди, данышы білмирді, о мәселе қайтмақ стир. Эта тема, она все время всплывает, и поэтому родители сидят и ждут, да, сидят, ждут до 4 лет, до 5 лет, ждут, вот ребенок заговорит. Я просто расскажу, что бывает, когда дети действительно заговаривают в 4 года, и все становится в порядке. Valideynlər oturub bəzən gözləyirlər ki, uşağım 3 yaşı olacaq, danışacaq, 4 yaşı olacaq, danışacaq, 5 yaşında bəlkə danışacaq, amma əslində bu düzgün deyil, bizi aydınlaşdıracaq. Такое происходит только в одном случае. Если у ребенка не было повреждений центральной нервной системы, а была так называемая педагогическая запущенность. То есть с ребенком, например, мало общались, ребенок сидел все время в гаджете, да, то есть с ним не разговаривали. Такой ребенок не будет разговаривать, но как только вы его поместите в нормальную среду, где с ним будут заниматься, он очень быстро раскроется, очень быстро пойдет вперед и очень быстро догонит. Если у ребенка травма, то есть повреждение центральной нервной системы, то он, конечно, может как-то заговорить. Но вот к нам приводят 10-летних детей, которые разговаривают на уровне 3-летних. Да, он разговаривает, но на 3 года. Ну и так далее. Я могу примеров приводить бесчисленное количество. Да, спасибо вам за вопрос интересный. О том, может ли вернуться как бы снова вот всякие негативные проявления у ребенка, который прошел курс терапии и наступило полное выздоровление. Может ли вернуться снова? Вопрос, который волнует очень многих людей. И ответ на него... будет многозначный. Во-первых, вы сказали о том, что вот что происходит после того, когда уже происходит полное выздоровление. Ну, во-первых, если оно уже произошло полное выздоровление, то есть причин для нездоровья, тех, которые были, их уже нету. Опять-таки, это если происходит полное выздоровление. Как сказал Юсефа, если возникают факторы, которые вредят, ну вот, например, если мы говорим конкретно про особых детей, если их начинают подвергать разным методам лечения, назовем это так, или делать то, что какая-то опытная мамочка посоветовала, там, давать ребенку какие-то препараты, которые... Например, усиливает иммунитет или какие-то методы, если, кратко говоря, происходит что-то, что вредит ребенку, вот тогда могут быть ухудшения. Как показывает практика, если нет таких факторов, которые вредят, а я их перечислю, некоторые, которые мы видим, к сожалению, постоянно, если этих нету факторов, которые вредят, то после прохождения терапии в нашем центре, как показывает статистика, это не наши слова, это просто статистика, это опыт многих сотен, а точнее тысяч семей, которые прошли за эти
скажем, 15 лет. Например, статистика показывает, что если не возникает каких-то факторов вредящих, и тут это зависит, прямо скажем, от окружения, от родителей, от бабушек, дедушек, то результаты очень хорошие, возврата в те состояния, которые были, их не происходит. Почему не происходит? Не происходит по одной простой причине, потому что мы обращаемся к причине, оказывая помощь терапевтическую, скажем, развивающую, мы обращаемся к корням, причинам, на органическом уровне, который находится. И когда происходит, ну скажем так, выздоровление, то происходит просто возможность, ребенок обретает возможность развиваться. И вот это и происходит улучшение. Мы таких случаев видим очень много, видим постоянно. Вот, уезжают люди, которые проходят у нас курс терапии. И через какое-то время, иногда через несколько лет, иногда через несколько месяцев, мы узнаем, что у ребенка замечательное улучшение, которое, то есть улучшения не продолжаются. Но мы об этом все время говорим родителям, если делается что-то, что потенциально может навредить ребенку, ну, тут уже это не в нашей власти, мы не можем никак повлиять, и могут быть ухудшения. Я вот конкретный пример приведу, который мы видим сейчас. Например, одному ребенку... Çox zamanlarda valideynlərin günahı ucubatından olur bu. Fikrinin əvvəlində yadınızdadırsa, söylədi ki, məsələn, immunitetin yüksəlməsi üçün bir çox valideynlər öz başına aptekdə satılan hər hansı bir dərmanı alıb uşağa verirlər ki, uşaq kökəlsin, uşaq böyüsün, uşağın boyu uzansın, uşağın boyu artsın. Nə bilim, yəni öz başına olunan bütün hərəkətlər, əgər bu uşaqda vaxtı ilə mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi olubsa, bunu etmək qətiyyən olmaz. Çünki siz sağalan uşaqda yenidən o xəstəliyin simptomlarını qaytara bilərsiniz. Вот конкретные примеры из того, что мы видим сейчас. Например, одному ребенку, которого в процессе терапии мы выявили, что у него, ну, ему нельзя кушать сладкое, от этого ему становится плохо, можно долго объяснять медицинский механизм, как это происходит, но де-факто ему нельзя, например, давать сахар. Потом вдруг произошло какое-то ухудшение. Ребенок закончил курс, ушел. И выяснилось, что ребенку давали сладкое. Не родители, а, скажем так, из-под тишка другие люди. И это привело к таким результатам. То есть это дало ухудшение. Именно, совершенно верно. Когда причину выявили, после того, как эта причина была устранена, и что не прекратились. Хотя мы не рекомендовали этого делать. Ребенку повезли на другую терапию, воздействие токами, мы сразу предупредили, что это может привести к ухудшению. Родители посчитали, что нет, надо попробовать все, что советуют, все надо. Но было соответственное ухудшение. То есть, да, могут быть ухудшения, но, во-первых, временные, это будет... Возврат такого случая.